О. О, да, это было жестко. У нас тут и москвины, и там, и масс-дроны, наверное. Мы за зерго уже все сегодня сделали, что возможно. Ну хорошо, это скин. Так, а ссылка, по идее, вот это будет работать сама по себе. Давайте скину. У нас так сегодня 50 на 50. 50% было троллям бы чё прям жесткого, 50% типа нормального. А еще ты пропустил. Короче, ты пропустил, как в одной из твоих любимых лиг чувак меня выиграл. В честном бою, типа, в нормальном. Не то, что я к нему 200 дронами приехал и он втащил, а прям в нормальном. Чувак из серебра меня втащил, короче. Ремастер был, короче. Будет, я говорю, тут у нас будут стратежки. Но пока, сейчас, типа, настолько огромная куча всего по СК-2 я вот сейчас мучу, что пока вот не до других, да. Но я думал, я их уже в сентябре веду, но вряд ли. И будут подмешиваться игрухи по чуть-чуть. Ну, интересно, то он фотонит нас. Не, не фотонит нормально. Вот. Это думаю, кто меня мог в серебре выиграть? Да, был дроп 24 слонов на мейн. Там прям жестко было. Слонидуса не было, кстати. Я тут, ну, только сейчас подумал. И допер, что слонидус-то мы пропустили. Давайте сейчас слонидусом, может, и закончим тогда этот эпический путешествие. Хотел сказать, оу, меня походу снайпят, но, наверное, все нормально. Потому что впервые увидел стенку за сегодня. Да, все нормально, это сталкеры. Нет, туча коров была, не было великолепного слонидуса. Причем не просто слонидуса, а супербыстрого слонидуса. Поэтому мы сейчас прям начинаем уже газы добывать по-жесткому. Все, напряглись. Не, подождите, мы ж не можем и стенку взорвать, и слонидусу устроить. Сейчас надо по чуть-чуть. Так, надо защититься от всякого дропа. И забегашки какой-нибудь тупой. И готовимся.
Вот это, смотрите, это обман. Короче, корова-обманщик, вот этот. Она типа провоцирует, что здесь какая-то движуха будет. А на самом деле вот это самый главный партизан. Он прям прилетит туда, куда надо, сделает нидуса. Будет жестко. Не, в 4.45 не придут, потому что... Билд у него не тот. Мягко говоря. Удачного стрима, меньше чем 3. А, понял, меньше чем 3, спасибо. Спасибо за поддержку. Так. И сюда поставим эту штучку. Так, надеемся, что, что партизан сможет сделать свою миссию. О, это успех. Это успех. Он пробрался просто в тылы врага. У нас хорошая сумма на банковском счету. Чуете, что сейчас будет? Осталось дождать совсем чуть-чуть. А, стоп, это можно отменить? Черт. Он сейчас может напрячься, короче. И, надеюсь, партизана не спалит. Ну, кстати, у него Immortal и Stalker — это отличный состав против слонов. Так, готовимся, готовимся встречать призму. Готовимся к тайминговой атаке слонами. Слоны, вы где? Слоны! Отлично, он охотится на корову. Как пробки разлетаются! Как он будет с этим бороться? Ему надо будет показать все свое микро статься. Ну не против слоников. О, пробочки. Пробки попали в ловушку слоновью. Это GG.